На земле, наконец-то. Рада слышать. Неси отпечаток сюда. Мы внедрим в него вирус отражения, и можно будет приступать. Может, тогда Икара лучше уйти? Кому считаешь, что здесь много народу? Я думаю, Икар будет счастлив отсюда уйти. Бегущая, сюда, пожалуйста. Центр.
полагаю, ваша затея удалась. Фейт все сделала. Как и ожидалось. Осталось уничтожить отражение. Я про вас знаю, Добин. Почему вы в этом заинтересованы? У нас, Фейт, долгосрочное деловое соглашение. Его условия со временем поменялись, как и цели. Но разве не со всеми отношениями так? Возможно. Я просто не понимаю, какая вам в этом выгода. Ну, можно сказать, что мне выгоден хаос. А что, как не он наступит после ухода семьи? По крайней мере, до того времени, как масса снова безуспешно попробует управлять собой. Вы думаете, уничтожив отражение, мы разрушим конгломерат? Нет. Но начало положите. Вот посмотри, до чего ты наставил. Да с крыши его сбросить, одни паразитов меньше. Хочешь, мы так и... Сдавайся. Не, давай лучше вызови. На этой неделе за задержание премии. Помнишь? Короче, можно... Она! Руки на... Спасибо. Еще немного, и мне бы конец. Неважно. Подозревается, что в это вовлечен Омнистар, и агенты отряда спецназначения расследуют происшествие. Две роты из дивизии рейнджеров Серых Земель усиливают охрану на местах, и вскоре работа должна быть возобновлена. Извини. В редких случаях созревание может вызывать легкий дискомфорт. Ах, как будто позвоночник изнутри чешется. Не так уж это и больно. Нет. Отпечаток у меня. Давай сюда. Фейт, надо совместить отпечаток Крюгера с протоколом отключения частиц, пока не рухнул осколок. А почему пока не рухнул осколок? Потому что Фейт, надо подняться туда, чтобы вставить вирус. О. Ты как, держишься? Жжется. Можно утверждение. Раскрывание не обнаружено. Серьезно? Ух ты! Отпечаток дает доступ реально везде. Что хотите? Список агентов Омнистат, экзотическое оружие Крюгер Дев, проект Айрис. Сперва отражение. Соберись. Кума. Это недолго. Мы свяжемся с тобой, когда вирус будет готов. Фейт, это быстро. Это часть контракта между каждым сотрудником и конгломератом. Нарушение политики. Повод для нарушения. Третье. Крюгер 7 нанято конгломератом, чтобы служить всем его сотрудникам.
Что вы там наделали, что Крюгер всех на вас так ополчился? Видимо, разозлили кого не надо. Хватит! Серьезно! Я уже не думала, что тебя увижу, честно. Давно не виделись, да, Фейт? Наш разговор один из немногих честных, что у меня были. Что случилось? Я облажалась. Меня посадили, а теперь я вышла. А еще ты главная тема разговоров на званых вечерах. Крюгер ненавидит таких, как ты. Это взаимно. Чем я могу помочь, Беатрикс? Ну, за это время я вышла замуж. Корпоративный союз. Его зовут Питер Брайсон. А у тебя права голоса не было? Совет директоров решил. Попытку укрепить союз Брайсон Индустрис и Каскадия Логистикс. Ну это безумие. Это моя реальность. Все бы ничего. Долг и прочее. Но... Тебе страшно? Питер любит аргументировать кулаками. Мне ему запястье переломать? Заманчиво. Но нет. Я хочу с ним развестись и, кажется, знаю способ. Ходят слухи, что он спит с Авророй Люпен Таннер. Такой роман вполне уважительный повод. Но тебе нужны доказательства. Да. Если разместишь эти жучки в нужных местах, я соберу доказательства, и совет директоров аннулирует брак. Размещу. Отправь координаты. Отправлю. Спасибо, Фейт. Я у тебя в долгу. Большом. Первый жучок надо поставить в его любимом ресторане. Надо быть начеку. Там патрули Крюгерсек. Здесь многие места тщательно охраняются из-за недавних терактов. Фейт может легко побить минимум 10 крюгерсековцев. Может, даже 20. Кума говорит, что лучшего бойца он не знает. Стоп, а это кто? Я Пластик, а ты Беатрикс Блох. Наследница Каскадия Логистикс. Замужем за Питером Брайсоном. Надеюсь, уже ненадолго. Это та бегущая, которая в розыске! Сдавайся, брати! Снова вижу брати!
сопротивляйся! В ресторане есть уличная терраса, на которой обычно сидит Питер. Поставь жучок там. Ставлю первый жучок. Следующее место – его потайная квартирка. Я знаю, что он всегда берет ее туда. О чем речь вообще? Напомни, ты кто? Я уже сказала, я Пластик. Фейт – мой друг. Так вот, Пластик. Мой муж меня бьет, ни в грош не ставит и изменяет. Я хочу с ним развестись. А че не разведешься? Вот Фейт мне и помогает. Ставит жучки. Ясно. Ужин готов. Перестань, пожалуйста, играть в эту игру и... Там снаружи, кажется, Фейкон. Я звоню в клинику. Балкон. Поставь туда жучок. Хочешь слушать, как он спит? Не совсем, Пластик. Его любовница тоже будет там. Тревога! 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 Второй жучок поставлен. Куда теперь?
В его офис. Я отправила координаты. Спасибо большое, что помогаешь. Надо оттуда уходить. Надеюсь, ты получишь, что надо, Беатрикс. Обязательно. Спасибо еще раз, Фейт. Thank you.
Нет, это не таблетка. Пойдем со мной, все будет хорошо. Мы тебя мигом вылечим. Отменить поиск. Она ушла. Он бы там выжил?